Согласитесь, деньги определяют, будет ли у нас крыша над головой, что мы будем есть, где учиться и много всего другого, так как в основном это все стоит денег. Здравствуйте, меня зовут Виктор Махатыров, и я основатель проекта Tutor Cash, мобильного приложения по обучению финансовой грамотности. Какие проблемы решает проект? В России, по данным Standard Poor's, всего лишь 38% уровня финансовой грамотности. Даже в странах Африки уровень выше. Это показатель 2014 года, но за 5-6 лет не сильно что изменилось. Этому свидетельствуют данные 2019 года. В стране у целых 18 миллионов людей доход ниже прожиточного минимума, а активных инвесторов всего лишь 0,2%. Например, в США доходит до 50%. Это все очень низкие показатели для нашей страны, и мы намерены исправить эту ситуацию в лучшую сторону. Знакомьтесь, это Дима, портрет нашей целевой аудитории. Он хочет повысить свою финансовую грамотность. Кстати, он студент ЦУФУ. Он хочет обучиться финансовой грамотности, но он думает, что можно этому обучиться только читая книги. Однако книги он читать не любит, но много времени проводит за телефоном, как и большинство его сверстников. И у нас есть решение. Tutor Cash. Мобильное приложение по обучению финансовой грамотности. В приложении есть персонажи Tutor и Cash. Собственно, вот почему называется приложение именно таким образом. Tutor отлично разбирается в финансах, а Cash наоборот. И Tutor обучает Кэша финансовой грамотности. И не только его, но и Диму. Обучение проходит вот таким образом. Даются уровни для прохождения. В каждом уровне есть теория и практика. Теория дается интересным образом, через видео. Это сделано для того, чтобы пользователям было интереснее учиться. Как раз это решает проблему Димы. Он не любил читать, но видео он смотреть любит. И не менее важное, после просмотра материала дается задача для закрепления информации. Это очень важно. Там по типу «отложи первые 100 рублей». А также, чтобы удержать пользователей и закрепить материал еще лучше, пользователи сражаются друг с другом, показывая, кто умнее в финансовой грамотности. Конкуренция – сильный двигатель в развитии человечества. То есть приложения даются уровни. В каждом уровне есть видео и задания. Также пользователи соревнуются друг с другом. Я изучил конкурентов. Это такие приложения, как Otly, Nimble, Finznaika, Pandamania. Ну и, конечно, стоит отметить книги. Они либо обучают, либо дают практики. Вот эти наши... Либо обучают, либо дают практику. А мы объединяем теорию и, соответственно, практику и подаем контент интересным образом. Это наше конкурентное преимущество. Объем онлайн-образования в мире более 5 триллионов долларов и с каждым годом растет, а финансовое образование в России более 15 миллиардов рублей. Монетизируем приложение через ежемесячную подписку, рекламу и внутриигровые покупки. Это план проекта на несколько лет вперед. В 2021 году запускаем проект Play Market и App Store. В конце 2021 года масштабирование, соответственно, в разные регионы и, соответственно, больше инвестировать в маркетинг. И в 2022 и 2023 году экспансия в другие страны, соответственно, страны СНГ и, может быть, и Китая или Америки. Я активно участвую в российских и международных конкурсах с проектом Tutor Cash. Например, я выступал в инновационном центре Сколково, проходил на первый этап якутского акселератора B8, выигрывал в акселераторе от Кремниевой долины, занимал первое место в моей профессии IT 2020 и многое другое. А также выигрывал в проекте Teen MBA, где судьями были люди с списка Forbes, например, Сергей Колесников с капиталом более 3 миллиардов долларов. Вот мои контакты, буду рад вас слышать и видеть. А сейчас покажу прототип. Привет, меня зовут Тьюти, и я с детства учился у самых успешных людей мира, а также... Спасибо за внимание.